Привет, YouTube! Это Сергей, вы на канале Old School Gamer. Сегодня 11 февраля 2016 года, и это день, который я буду официально считать днем смерти Xbox One. Да уж, вот так получилось, Xbox One. Ну, изначально приставка была какая-то тугая, малоинтересная, в итоге все равно купил ее, ну хотя бы задешево, за 13,5 тысяч он мне вышел в свое время. И за последний год, мне кажется, я его включал от силы раза 4. Ну, игр практически нет, эксклюзивов мало, те, что есть, не самые интересные. Ну, Halo вся серия, да, а Forza гоночки неплохие, Rare Replay очень мне понравился. Ну, а всякие Killer Instinct и прочее, такие игры, знаете, не первые свежести и интересности. Тем не менее, Xbox был, купил на него коллекционку Rise of the Tomb Raider, в итоге так в нее и не поиграл до тех пор, пока она не вышла на компе, тоже такая потеря. И вот сегодня последний гвоздь был забит в крышку гроба, было объявлено, что Quantum Break выйдет и на ПК. В один день, как выйдет на Xbox, 5 апреля появится и на компьютерах, вот новость на сайте Remedy. Ну, просто офигеть. Как будто они сами, Microsoft, себя стебут. Ладно бы выпустили там через полгода, через несколько месяцев, но нет. Никто не купит же ее на Xbox после этого. Возможно, они вот эти все тут перечислены различные предложения при предзаказе, но у них тоже смысла мало. Смотрите, купите копию на Xbox One Quantum Break и получите бесплатно цифровую копию Alan Wake с Xbox 360 с обоими аддонами Signal и Writer, которые будут играться через обратную совместимость. Но я напомню, все Alan Wake в Steam-то продаются по 90 рублей уже не первую распродажу. Сделайте преордер на Quantum Break и помимо этого получите еще цифровую версию с обратной совместимостью Alan Wake American Nightmare. Самая, на мой взгляд, плохая игра разработки Remedy. Также в некоторых магазинах вы можете купить стилбук, никаких коллекционок не будет. И некоторые магазины будут вместе с игрой на Xbox сразу давать код, чтобы скачать игру на Windows 10, то есть на ПК. Новые скриншоты, новые трейлеры, все не так интересно. Интересны системные требования. Как видите, в обоих случаях минимум и рекомендует написано Windows 10. А насколько я помню, изначально и в Tomb Raider писали Windows 10, потом поменяли на Windows 7 и в Steam ее выпустили. Но тут Windows 10 это как будто такой намек, что игра будет продаваться только через магазин Windows. Что, не знаю, не очень хорошо, на мой взгляд. Ну и рекомендованные требования просто заоблачные: DirectX 12, процессор i7-4790. И NVIDIA GeForce 980 Ti. Вот моя карточка, по сути, топовая карта. Сейчас лучше и нет. И аж 16 гигов видеопамяти, 55 гигов. Ну, требования рекомендованные офигеть. Не знаю, в 4К-то она в них будет работать на таких требованиях. Надеюсь, что будет. Главный вопрос, будет ли она продаваться в Steam или эксклюзивом будет для Windows Store. А в любом случае, как бы там ни было, уже очевидно, что смысл брать на устаревшем Xbox с голимой памятью, с голимой видюхой, нужно брать на ПК, чтобы насладиться всем графонием и просто качеством игры, быстродействием. Как-никак шутер, в любом случае, в него еще надо и с мышки играть. Как-никак игра от Remedy, все в Max Payne с мышки играли, надо продолжать традицию. Так что все. Xbox закончен, ничего на Xbox больше не жду. Вроде что-то там анонсировано. Crackdown, наверное, будет говном. Gears of War 4, ну, наверное, будет норм, но после вот этих новостей, мне кажется, и его тоже под Windows 10 запилят. Не знаю. Все очень плохо. Выглядит так, как будто Microsoft хочет сама уничтожить свой Xbox. Сначала это TV-TV, потом выкинули Kinect, теперь все игры выпускают на ПК, все, смысла в Xbox полностью уже никакого не остается. Любая мультиплатформа на приставках лучше на PlayStation, и лучше на компе, что там, если сравнивать. Ну, все вот так вот, а в каком-то плане печально, в каком-то плане радостно. Ну, и давайте, не знаю, зайдем вот в магазин, посмотрим, как он выглядит. Windows Store, где, собственно, и продаются все вот игры.
открываем игры, топ-чарт категории игры, и вот они все, давайте топ платных. Как видите, тут просто месиво из телефонных игр. И, кстати, только сегодня, вот я после этой новости, когда первый раз открыл магазин, понял, что Windows 10-то я, по сути, могу играть в телефонные игры, могу записывать их нормально, видео на канал. Не думал вообще раньше об этом. И вот поэтому купил по скидке сегодня за 60 рублей Lara Croft Go, игра, которую я признал лучшей игрой мобильной прошлого года в моем видео «Награда лучших игр прошлого года». Заняло первое место у меня среди мобильных игр. Вот купил, и сегодня в следующем видео поиграем в Lara Croft Go, мобильную игру на компе. Ну, просто по приколу посмотрим, как работает. И вот смотрите, есть Rise of the Tomb Raider. Стоит столько же, сколько в Стиме, кстати. Ну вот, в принципе, да, версия с Season Pass'ом по 2000. Да, точно такая же цена. Также все можно купить. Конечно, ну, более убогий сам интерфейс, но с другой стороны, когда ставишь, он непонятно куда в программ-файл скачается, но сама игра, вот она появляется. Lara Croft Go, просто как установленное приложение. То есть ее нужно не через магазин запускать, а она просто как игра экзешником ставится. Ну, не настолько плохо этот магазин, а почему-то вот реально уже больше полугода у меня стоит Windows 10, ни разу я не думал о том, что все мобильные игры тут доступны, платные и бесплатные. Ну, прикольно же, можно что-то пощелкать. Ну, и на этом, наверное, все. Больше особо мне сказать нечего. Quantum Break выйдет и на ПК. С вами был Сергей, увидимся.